Всем добрый день! В этом видеоуроке мы сделаем мезотерапию введения липолитиков. В проблемной зоне это живот, бедра и ягодицы. Почему мы будем делать стоя? Стоя это новая методика введения липолитиков. Обычно мезотерапию делают лежа, когда человек лежит. Но мы решили поэкспериментировать и посмотреть, как же будет у нас сказываться на результате введения стоя. Значит, эффективность этой методики я хочу подтвердить тем, что когда человек стоит, он же у нас в ходячем положении, да, показывается другим людям. И, соответственно, проблемные участки, которые у него есть, беспокоят его именно с этой позиции, да, когда человек стоит. А когда человек ложится, то жир немного распределяется, и мы не можем его настолько точно определить, где он находится, и тем самым не настолько точно может быть введение липолитика. Так как девушка у нас очень стройная, да, это особенно важно, потому что когда она ложится, вот у него животик вообще впадает, да, то есть там не разберешь, куда нужно ходить. А стоя мы сразу определим, в какие зоны наибольшая эффективность у нас будет при введении препарата. Значит, сегодня мы будем делать PHDC липолитик. Это довольно-таки сильный. Он обладает жиросжигающими и антицеллюлитными свойствами одновременно. И мы его немного разведем физраствором для той цели, чтобы он распространился в проблемных участках намного лучше. Значит, мы берем обычный шприц. На 5 миллилитров вот на иголочку. PHDC. Бывает PHDC Forte. Еще концентрирование, но у него больше побочных эффектов. Мы от побочных эффектов отказались, поэтому берем PHDC стандартную концентрацию. Набираем 2,5 мл активного вещества. И 2,5 физраствора. Тем самым мы готовим коктейль. Да, мезотерапия вообще изначально это коктейли. Если у нас набирается воздух, мы его спускаем. Добираем до 5 миллилитров. Значит, на человеческое тело максимальное количество введения липолитика за один сеанс это 10 миллилитров. Дальше мы меняем иголочку. Естественно, такой большой мы колоть не будем. Будем колоть маленький. Иголочка 30G, 13 миллиметров. Мы ее должны очень плотно насадить, потому что я как преподаватель очень много уже видела случаев, когда ученица не докручивает иголочку и она пшикает. Ну, то есть препарат выливается, выплескивается, иголочка остается в теле человека, да, ее приходится доставать. Поэтому обязательно очень плотно насаживаем и обязательно выпускаем весь воздух. Вот мы подготовили препарат липолитик 0,5 мл физраствор плюс у нас PHDC препарат. И, естественно, обрабатываем всю поверхность тела человека, с которой мы собираемся работать. У нас будет животик. Это, кстати, и видно, да? Причем стоя, у нас же есть закон гравитации. И когда мы введем препарат чуть повыше, да, у него под действием гравитации он будет как раз распределяться по всем зонам. Мы должны это понимать.
примерно прикидывать, да, куда мы вводим препарат и как он распространяется. Диффузия препарата будет где-то около 3 сантиметров. То есть около 3 сантиметров он распространяется под кожей. Вот мой бока, где есть что ухватить. На ягодицах и на бедрах особенно будьте аккуратны, потому что вводить липолитик в мышцу нельзя. Его можно вводить только в жировую ткань. И мы должны особенно четко понимать, где она, эта жировая ткань. Да? Тут вот мышцы очень хорошие. Тут можно немного сюда ввести, где жирок. Я сразу подготовила все зоны, да, потом еще раз непосредственно перед инъекциями мы будем их обрабатывать, но сейчас просто чтобы знать, да. А колени мы делаем? Все обработали. Так, у нас готов препарат, поменная иголочка, и мы берем ватный диск, смоченный хлоргексидином, для того, чтобы он у нас, если вдруг будет капелька крови, мы могли ее подтереть, чтобы она не капала на пол. Шучу. Значит, мы открываем препарат и начинаем работать. Да? Зажимаем складку, где у нас есть жирок. Но мы договорились идти сверху, да, чтобы у нас еще диффузия была, чтобы вот так вот он распространился. Так, давайте найдем, где у нас тут есть жирочек. Строго перпендикулярно вводится препарат и давим на поршень. Давим на поршень до тех пор, пока мы не почувствуем, что пошел препарат. Большое количество вводить не нужно, только если вы не решили всю дозу ввести в одну какую-то зону, например, в живот. Да? Если решили в одну зону, тогда давим долго, чтобы у вас прям хорошо шел поршень и достаточное количество препарата попало в эту область. Другим боком? Да, другим. Как хорошо видно, кстати, в стоячем положении. Правда, собирается именно там, где нужен складка. Ну, мы отчаянные, конечно. Да. Так. Ну, бачок сделали. Живот, все сделано. Говорим рекомендации. Руками себя не трогаем. Сегодня, завтра, послезавтра
мы стараемся придерживаться правильного питания. Физическая нагрузка только с завтрашнего дня. Баню, сауну, солярий на неделю исключаем. И лучше всего сделать на следующий день лимфодренажный массаж.